Серч, и мы продолжаем играть в Супер Мидбой. Вернее, мы продолжаем выносить мне мозг в Супер Мидбой. Значит, начать игру, мазафака. Значит, на уровне госпиталя у меня осталось выполнить 20 уровень и, соответственно, босс. Погнали. Итак, что мы здесь видим? Мы здесь... А, я вспомнил этот хренов уровень. Я очень долго пытался его пройти. И я себе вынес просто невероятно мозг. Я уже настолько долго не играл в Супер Мидбой, что я уже забыл, как здесь и куда и зачем прыгать. Твою! Да-да, куда ты прыгаешь, скотина? Это было неожиданно. Сука. Ты можешь? Чуть не слился. Бич. Опа. Скот. Я под контролем. Я держу свои эмоции под контролем. Все нормально, все, держимся. Сейчас все будет. Попытка номер два. Бич! Сука. Да куда ты, придурок красножопый? Блин. Мне просто хочется взять и кинуть геймпад куда-нибудь. Куда ты полетел? Ну что ж такое-то? Ну какого ж хрена? Ну зачем? Чуваки, я не понимаю, что за хрень. Это просто как... Да что ты прыгаешь на... Блин. Сейчас, я сейчас сорвусь. Я просто сейчас возьму, сука, и сорвусь. Нет, я не буду сорваться. Я буду держаться, чуваки, я держусь. Я уже не держусь, мать твою! Это было заложено изначально. Я изначально знал, на что я шел. И я шел на это целенаправленно, скот, куда ты прыгаешь? За что? Почему именно со мной? Почему, когда я нажимаю прыгать, он не прыгает? Я уже... Так, нормально, Серег, держи себя в руках, просто держи себя, мать его, в руках! Так, вот сейчас главное не зафейлить с этим вентилятором. Ой, чуть не зафейлил. Сука! Я полон ярости. Я попал! Ни хрена себе! Так, куда дальше? Тихо, не знаю куда. Так, что делать? Мать твою! Попытка номер дохрена. Сука. Куда ж ты шпры... Какого хрена? Так, чуваки, это в натуре, мать его, сложно. Так, чуваки. Я смог. О боже. Охренеть. У меня же в горле запершило. Ну а теперь мне предстоит сразиться с боссом. Это все гениально просто. Так. Сука, это непросто. Бич. Да, Скот. Да почему ты прыгаешь вниз, дятел? Так, стоп. Куда? Тихо. Вот это, вы видели? Я видел. А вы нет, а я да. Так, стоп. Ключ номер два. Я же не успею, мать твою! Нет, я успел. О, чуть не попался. Так, чуваки, я уже фактически прошел. Значит, мне не нужно слиться. Я понял. Куда дальше-то? Куда дальше, мать вашу? Куда? Лава! Так, я что-то громко заорал. Все нормально. Сейчас главное не сливаемся. Как вообще назвать этого засранца красного яда? У меня даже нет для него имени, названия. Кто это такой? Help me. Давай. Опа. Так. Бич! Сука. Почему это со мной? Бич. Так. Давай. Тихо. Оп. Так, сейчас главное. Ой, не, я... Так, тихо. Смог. Так, что теперь? Куда теперь? Куда? Сюда. Я понял. Идем. О, я смог. Так, значит, на следующий. Все понятно. Я все понял. О, вот это...
Чуваки, а ведь я практически дошел до финиша. Это было очень печально. Так. Нет, не так. Принесите мне кто-нибудь попить, я проголодался. Причем тут попить, я не знаю, но я проголодался. Я хочу... Блин, а! Когда ты испытываешь за определенный за короткий, твою мать, промежуток времени, в твоем организме теряется энергия, и ты хочешь жрать, просто ты сожрал бы целого Да. Да. Все именно так. За что? Чуваки, я должен пройти этот уровень, я должен пройти, мать его, этот уровень! Но что-то мне подсказывает, что задержусь я здесь на весьма долгий промежуток времени. Все так, путь открылся, сейчас главное не зафейлить! Ох, мне повезло, я не слился. Но это значит, что я сольюсь совсем скоро, это же просто предчувствие такое у меня. Я же говорил! Куда ж ты, мать твою, прыгаешь? За что ты прыгаешь, ну не зачем? Чуваки, вот видите, да, вот этот чувак, это даже не чувак, это засранец, из-за которого я сливаюсь раз за разом в этой игре. О. Кружки нет, я хотел попить. О. Это... Я не могу, я пошел пить. Чуваки, я снова в строю, и я попил спрайта. Это говорит о том, что я готов творить, а еще я захавал печи. Эй, нихуя, мать твою! Почему? Почему? Я только сел за компьютер и уже слился, сука, второй раз. Так, все нормально. Главное, что у меня прибавилось энергии и сил. Да. Какой кошмар, мать твою. Давай, Скот. О, боже мой! Продолжаем. Ой, это был спрайт, это был не я. А чё? Чё? Чё ты? А чё? А чё он? А, во. Блин, ну почему? Почему именно в этот момент? Почему мне не дали достать этот сраный ключ, мать его? Сука. Бич. Проститутка. Да что ж ты делаешь, ублюдок? Сука, он у меня хочет свести с ума. Ублюдок. Куда ты прыгаешь? Сука, ты научишься прыгать или нет? Взял. Потерял. Зачем? Твою мать. Держимся, держимся, чуваки, держимся. Сейчас все будет отвечать. Как я себе больно в прошлый раз по глазу дал, сука. Я проплакался, можно продолжать. Оп, оп, еще один, еще один, еще один. Сука, прямо, прям вот миллиметр остался, Скот. Мама. А что теперь? Я прошел. Чуваки, я победил босса! Спасибо! Муа, прям вообще the best! Я the best gamer in the world! Чё у нас тут? Ха. Слился все, чувак. Потух, потух, засранец, потух, чуваки. Смотрите, в кого. Ха-ха! Утю-тю! Шита, это плохой засранец, который спер его девушку. Пацан из мяса захотел. Ха-ха! Чуваки, какой забавный засранец. Чуваки, ставьте лось за этого милого чувака. Как ты посмел, ублюдок? Ты убил его? Ты убил его? Чё, пластырь?
Я просто the best. Так, что у нас дальше там? Что он с ней делает? Чуваки, не смотрите, 18+. Так, ну, эту хрень мы знаем. Чуть твою мать, слился! Опа, опа, опа. А как тут? Опа. Как... Какого хрена? То есть, типа, там еще и надо ждать, пока вот эта бетонная стена сломается? О, я смог! Воу, воу, полегче, полегче. Что это у нас тут? А это... Ой. Блин. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. А что там у нас внизу находится? Давайте посмотрим, что здесь. О, пластырь! Вот это. Блин. Что, давайте тогда пластырь сначала подберем, что ли? Зря. Зря, Серж. Зря. Очень. Блин. Скот. Проститут. Да ты мг... Мг... Не, чуваки, это в натуре сложно. Да вот как же запрыгнуть-то на эту хреноверть? Вообще что-то не понимаю. Почти! Это говорит о том, что я смогу. Давайте попробуем. Ну да, смог. Блин! Почему все так плохо? Т-тари-тари-ты-ты! Ну, господи, ну пожалуйста, ну помоги мне. Я просто хочу пройти этот хренов, мать его, уровень. Спасибо, спасибо, где ты? Я не знаю, где ты, но спасибо. Нужно допить спрайт и просто все будет норм. Ща попрет. Ой, это был спрайт, это был не я. Сука. У меня джойстик вспотел, в смысле. Может, ну нахрен этот пластырь. Нет, нет, чуваки, я подобрал. Сейчас главное не... Ща... Блин! Сука, руку больно. А теоретически я мог бы запрыгнуть туда с пластырем, поэтому я все-таки возьму. Да ты... Мне стало легче. Чуваки, блин, я хочу еще спрайта. Да ты будешь прыгать или нет? Я чувствую, что буквально еще пару сливов, и я дико громко заору просто. Твою налево. Просто налево. Просто налево, а не направо, потому что... Сука, направо! Привет соседям. Да... Господи, да почему? Почему это со мной? Чуваки, я сейчас заплачу. Я просто чувствую, как слезы наворачиваются, Они наворачиваются и наворачиваются, и они просто сейчас жаждут просто вылиться из моих глаз, из моих глазниц, мать! Я спокоен, вам просто кажется, что я зол. Я не зол, мать вашу, какого хрена ты, ублюдок, не прыгаешь? Скажите мне, пожалуйста, почему он не прыгает? Может его засудить? Может его затаскать по различным инстанциям? Он научился прыгать, смотрите. Так, 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 сейчас главное не слиться, сейчас главное не слиться. Так, все в порядке, я спокоен. Ох, боже ж ты мой, прыжок туда, прыжок сюда, мать, куда ты прыгаешь? Вот знаете, все говорят, все беды из-за баб. Но нет, все беды из-за пластыря. Так, 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 так. Фак. За что? Вот просто за... Что? Два вопроса. За и что? Это два слова, но это вот мне... Какой сегодня прекрасный день. Твою мать. Знаете, что сегодня произошло? Сегодня много чего произошло. Я поел сосиски жареные. Они были такие вкусные, что... Просто сегодня просто замечательная... Года, сука!
И я вот такой решил, да твою мать, поиграть в Super Meat Boy, мне просто делать было нечего. Думаю, запишу ребяткам, сука, Super Meat Boy. И я записываю Super Meat Boy. Я совсем не думал, что это так будет мозговыносить. Ладно, в жопу этот снайпер, что я говорю, в жопу этот пластырь. Представляете, пластырь в жопе, вот, а вы представьте, это понимаю, это сложно представить, но вы просто попробуйте представить это. Я чувствую, что во мне просыпается Халк. Чик. Боже мой, как я устал. О, фак, моя спина, она затекла. Чуваки, я должен пройти этот уровень. Я просто обязан, мать его. Так, полдела сделано. Куда дальше, чуваки, я не знаю. Я понимаю, что... Так. Мамочка, за что, почему, какого хрена? Папа! О, так, чуваки, сейчас будет... Так, держимся. О, божечки, я прошел этот, мать его, уровень! Как же это охренительно! Воу! Блин, здесь что-то все очень быстро происходит, я не понимаю, что происходит. Смотрите, я бегу против ветра. Оп. Ключ! Бич. Я думал, это будет гораздо проще. Блин! Чуваки, мне что-то в глаз вступило. Чуваки, я пытался пройти этот хренов уровень. Смотрите, тут два ключа надо. Какого хрена? Да твою мать. Да почему? Фак. Бич. Какого хрена? Чуваки, давайте я продолжу в следующий раз. Мой мозг, он просто там, за окном уже, я не знаю. Просто эта игра, она выносит не только мозг, она выносит меня за окно. Чуваки, я пошел. Всем спасибо большое за внимание. С вами был Серч и игра Super Meat Boy, которая вынесла мне мозг. Продолжим в следующий раз. Пальцы вверх, комменты вниз. О, чуваки, мне нужно мне просто нужен отдых, просто такой активный отдых. Пойду поиграю в хорроры. С вами был Серж, спасибо большое за внимание. Пальцы вверх, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые, вступайте в группу ВКонтакте. До скорой встречи. Ну, вы это, ну, типа, то самое, ну, подписывайтесь на этого чувака, там крутые летсплеи по Outlast, Nether, DayZ, Standalone, что там еще у нас есть, там Perfect World, Warface, Counter-Strike, и вообще, и я, ну, как бы, вот...